Доброе утро, страна. Не знаю, как у кого, но у меня 5 утра. Вот так вот бабушка Оля встала. Не спится. Кофеечек сварила, выпила. И думаю, пора пересадить мне петуньку. Перепикировать. Семена были уже 3-й год. И все остатки я просто вот так кучей высыпала в мисочку. И думаю, ну, зайдет там немножечко уже что-то. Но семена были профессиональные. Так, смотрите, какая. Это просто, я в шоке. Я думала, зайдет там, да там, да там сколько-то штучек. 3-й год. Я их сею. 100 штучек брала дрожжи. И вот на тебе. Это кустовая петунька. Вот сделала сейчас парнички. Опять земельки наложила. И сейчас буду пикировать. Распикирую. Потом под лампочку. Dreams от Грандифлора. Это кустовая питонька. Ну, 22-й год окончания. Реализовать нужно. Я и не подумала, что она так зайдет. Ну, просто прелесть, как зашла. В холодильничке у меня лежит. В нижнем отсеке. Вот видите, 22-й год. Вот 3 штуки. Сразу все 3 сорта в кучу перемешала, да и посеяла. Думаю, что взойдет, то взойдет. Хоть 5, хоть 10 штучек. А вот они раз и взошли. Dreams. Вот, перепикировала. Где 2, где 3. Вот видите, кучку эту. Где сколько вышло, где по одной. Ну вот 36 штучек. Ой, мне за глаза и за уши. Все, теперь вот они схватятся. Чуть-чуть подрастут, корешочки нарастят. И из ячеечки я уже в пол-литровые стаканчики перепикирую. Все, и они уже там у меня к теплу прекрасно разрастутся. Ну все, с дримсами закончила. На подходе ампельные петуни. Теперь тоже хорошо подрастают. Посеяны 23 января. Это для меня на заметку, а то мозг уже отказывает. Память отказывает. А так удобно посмотрю. Ага, хорошо. И я уже применяю какие сроки, когда чего посеять.